Мисс Хорс, и сегодня я буду показывать мою косметику. Если вам нравится такой обзор косметики, то поставьте лайк и подпишитесь. А мы поехали! У меня есть трюмо, и обычно я на трюмо снимаю вам видео. Видео бумажные сюрпризы, но сейчас я не снимаю. Это первая часть этого видео, и я вам показываю, это у меня вот такой вот контейнер, где я кладу свою косметику. Вот первая полка, и давайте начнем с ней. И здесь у меня стоят духи, вот такие от Avon, вот такой вот ящик есть, и бальзам для губ. Этот бальзам для губ я очень часто пользуюсь, он мой самый любимый. У него есть такая вот крышечка, похожая на EOS, и он вот такой вот разноцветный. Он мне очень нравится. Дальше это у меня спрей для волос. У меня часто путаются волосы, моя прелесть. Кстати, это не реклама. И я часто с ним пользуюсь. Дальше это духи, слива и нектарин. Очень мне нравится этот вкус, запах. Вот такие вот духи. Дальше мы приступаем к помадам. Здесь мои не все помады. И здесь как раз же и тушь есть. Первая помадка вот такая вот. Она с блесками, но на камере это не видно. Вот, вот здесь только видно. Она такая вот розоватая, и там очень много блесток. Следующая помада, это у меня вот такая Марк написана. Она красного цвета, но я с ней не очень-то часто пользуюсь. Дальше у меня тушь. Давайте перейдем к туши. Она вот такая вот красивая, розовая. Сейчас я открою. Вот такие вот, как это называется, ворсинки. Но она очень большая. Следующая тушь у меня вот такая вот золотая. Она очень хорошая. И тоже такая черненькая. Вот такая тушь. Дальше это у меня такая помада. Очень нравится эта помада. Такой цвет, оттенок тоже нравится. И кисточка у нее прям как для теней. Очень полезная штука. Очень нравится. Дальше вот такая вот тоже помадка. Она очень такая яркая, я не часто с ней пользуюсь, но у нее отличаются вот эти ворсинки как бы. Дальше это у меня снова тушь, такая черная, и у нее меньше вот эти ворсинки, я не знаю, как их называется. И вот все три туши. Дальше мы перейдем к этим ящикам. Вторую полочку мы оставим напоследок, потому что она очень интересная. Давайте с первой полки начнем. Здесь у меня есть такой вот крем. Очень нравится этот крем. Персик в карамели. Очень вкусно пахнет. Мне нравится этот запах. И вот такой вот миленький котик. Дальше это у меня бальзам. Какое-то сияние. И она очень-очень как-то сияет, если просто этот бальзам нанести, губы будут золотые. И вот, вот такой вот, похожий, бесцветный, но вот на моей руке я сделала. Дальше. Дальше это пудра, я очень часто с ней пользуюсь. Потому что она как бы сглаживает лицо, делает ровным. Вот такая вот спонжик такой. Я с ней не пользуюсь, с этим спонжиком. Обычно я пользуюсь кисточкой.
И я половину закончила. Пудру. Закрываем. Дальше это тени, которые сзади зеркала. Я раньше об этом вообще не знала, что сзади есть зеркало. Просто там была этикетка, и я потом как-то заметила. Вот такие вот яркие цвета. Особенно мне нравится золотой и синий. Дальше перейдем к второй полке. Это у меня вот такая вот зеркальце с кактусом. Или нет, это не кактус, это какой-то цветок, я не знаю какой. Дальше это у меня помада от 7 Days. Очень нравится. Блёстки там так блестят. Больше ничего не знаю, что сказать. Так, дальше это у меня два таких бальзамчика прозрачных. Очень нравится, недавно приобрела. Один вот этот желтенький, не с лимоном, а с ананасом. Очень вкусно пахнет. А вот это с виноградом. Тоже очень нравится. Дальше это простой бальзам для губ. Это тоже простой бальзам для губ. Такой синего цвета. Но если нанести много, то видно синий блеск. А если мало, то не очень. Тоже не часто пользуюсь. Дальше у меня это зеркальце. Очень красивая и с таким блестками. Очень нравится. Второе зеркальце квадратное, прямоугольное, с сердечками, а то было звездочками. И дальше это у меня здесь масочки. Тоже часто пользуюсь. У меня было 7 масок в наборе. И у меня только осталось 4 маски, другие я уже потратила. Не каждый день делаю маски. Это у меня от 7 Days. Четверг, воскресенье, вторник и пятница осталось. Я не каждый день делаю маски, как я уже сказала. И очень вкусно пахнет. Дальше это у меня косметичка. Тоже с такими, как зеркальцами, как бы переливашки. Такое неонового цвета, все очень красиво, мне нравится. Дальше открываю. Дальше это у меня духи, но я с ним не очень-то брызгаюсь. Дальше это у меня расческа такая. Кисточка, которую я наношу пудру. Дальше это у меня кисти для бровей. Да. И дальше это хвостик, как рыбки, русалки. Тоже наношу пудру. Дальше кисточки, опять кисточки там были. И вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам нравится, то подписывайтесь на канал. Всем пока!